Супругу премьер-министра Армении Анну Акопян необходимо подвергнуть допросу. Такое мнение выразил лидер партии «Единая Армения» Артур Казинян. Он напомнил, что Никол Пашинян, де юре возглавляющий государство, ранее признался, что командировал свою жену генералом на командный пункт для оказания им моральной поддержки. Лишь одно это обстоятельство подлежит правовой оценке, поскольку его супруга просто не имела права находиться на командном пункте, приводит слова армянского политика Ньюсам. Казинян добавил, что Анну Акопян необходимо допросить, так как она, по его мнению, сыграла скрытую роль в поражении армянской стороны в Карабахской войне. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.